Ох, что творится. Неожиданное решение Путина вывело из себя Собчак. Телеведущая Ксения Собчак вышла из себя из-за резонансного решения Владимира Путина. Знаменитость задалась вопросом о будущем страны. Ксения нередко комментирует в своем микроблоге громкие новости. Она высказывалась о смерти экс-градоначальника столицы Юрия Лужкова. Теперь же, когда стало известно, что после решения президента правительство подало в отставку, медиаперсона заволновалась о будущем России. Ох, что творится! Отреагировала телеведущая в своем телеграм-канале «Кровавая барыня». Она прикрепила к сообщению одну из статей, в которой рассказывается о ситуации. Ну и раз такое дело. Кого из министров, на ваш взгляд, не стоит возвращать в новое правительство? Поинтересовалась звезда отечественного шоу-бизнеса у своих поклонников. Напомним, ранее появилась информация об уходе правительства России в отставку в полном составе. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Глава государства поблагодарил членов правительства за совместную работу. Хотя не все получилось, приводит РИА Новости слова президента. Об отставке Медведев объявил после анонсированных президентом изменений в Конституции. Глава государства предложил дать Госдуме дополнительные полномочия по утверждению состава кабинета министров. В частности, по представлению президента парламент будет утверждать кандидатуру премьер-министра. Глава государства не сможет отклонить одобренную парламентом кандидатуру. Публикация фотографий из Инстаграм. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Отец Децла требует ДНК-тест на подтверждение родства с внуком. Марка после отречения осталась без драгоценностей и роскошной одежды. Пришло время. Путин подготовил важные изменения в Конституцию. Солнечный мальчик, отекшего от алкоголя рыжего из Иванушек, подняли на смех. И многое другое.